Дорогие вайшнавы московской общины, я очень рад, что у меня есть возможность поздравить вас с этим праздником, началом очередного марафона по распространению книг Шрилы Прабхупады. Вы все знаете, насколько дорого это служение было для Шрилы Прабхупады, сколько души, сил и любви Шрила Прабхупада вкладывал в свои книги, как он не спал ночами для того, чтобы люди могли соприкоснуться с этим знанием. Шрила Прабхупада имел в виду, безусловно, каждого человека на земле, и он хотел, чтобы у каждого был выбор. На самом деле люди, несмотря на то, что они считают себя сейчас свободными, являются рабами материальной энергии, рабами своей собственной кармы, рабами обусловленности. Разум, который дал человеку для того, чтобы мы могли по-настоящему освободиться, в сущности не востребован современной цивилизации. И Шрила Прабхупада подал ведические знания уникальным образом, как никто другой до него. Он дал очень серьезные логические основания, рациональные основания для того, чтобы человек не просто верил в Бога, но смог по-настоящему изменить свое сердце, очистить свое сердце так, чтобы почувствовать и в конце концов реально ощутить его присутствие, увидеть его прямо перед собой. Особенно показательно, что этот марафон проходит в год 50-летия ИСККОН. Официальное открытие этого юбилея состоялось в сентябре этого года в Калькутте, когда праздновался 50-летний, в августе этого года в Калькутте, когда праздновался 50-летний юбилей отплытия Шрилы Прабхупады на Запад. Ровно 50 лет назад Шрила Прабхупада основал ИСККОН в Америке, начав свое путешествие. И, конечно же, чтобы как-то отблагодарить Шрилу Прабхупаду за все то, что он дал, а он дал нам необычайные сокровища, святое имя общества преданных, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, в конце концов, святые места Индии, такие как Вриндаван или Майяпур, возможность получить милость удивительных преданных саду, чтобы как-то отблагодарить его за это. Пожалуйста, давайте все вместе примем участие в этом марафоне и постараемся распространить как можно больше книг Шрилы Прабхупады, чтобы как можно большее число людей получило доступ к этому знанию. Спасибо большое. Харе Кришна.